Приветствую тебя, мой незнакомый зритель. К середине февраля к нам наконец-то пришла долгожданная зима. Выпало немного снега, и к этому случаю была найдена заброшенная церковь. Находится она в Лебедянском районе, и построена она между 1896 и 1898 годами. Освящена она в честь Космы и Дамиана Римских. С виду само здание очень неплохо сохранилось. Осталось очень много элементов декора из белого камня. Отчетливо видны небольшие колонны, выступающие из стен. Сохранилась большая часть решеток на окнах, и на одной из стен уже проросла березка средних размеров. Первое упоминание о селе с деревянной церковью во имя святого Василия Кесарийского на этом месте происходит из далекого 1710 года. Так как село развивалось и росло, в 1868 году была построена еще одна деревянная церковь, уже во имя Космы и Дамиана, а потом построили уже и эту, холодную, каменную, с теплым пределом. Возведена она была на средства прихожан. Судя по официальным источникам, при проектировании храма планировалось сделать деревянные колонны, которые позже были заменены на чугунные, на каменных фундаментах, с металлическими прогонами. Сейчас никаких колонн не видно. Хотя, может, они еще есть внутри помещения церкви. Около 1935 года храм закрыли, и здесь было устроено зернохранилище. И есть еще странная история из официального источника. Указано, что в здании не было вентиляции, и зимой открывали ворота, чтобы проветрить зерно. Как-то очень странно, если не сказать большего. И, в общем, надоело потом открывать ворота и стали хранить зерно в другом месте. И с 50-х годов прошлого века все здесь разрушается. Как мы увидели, кровли в алтаре совсем нет, а в помещении трапезной вот-вот рухнет. Здесь под ногами валяется балка, упавшая с крыши. На окне есть иконы, естественно, они остались не от старой обстановки, а принесли их сюда либо местные, или такие же, как и мы, приезжающие посмотреть старую архитектуру и погрузиться, так сказать, в прошлое. Но чтобы не уйти в прошлое совсем, в прямом смысле этого слова, лучше не ходить под падающей кровлей. В помещении трапезной уже вовсю растут кусты, летом тут не пройти. Здесь нам надо пробежать колокольни. Идем с той стороны, где кровля уже обвалилась. По пути видим колонны. Может, это и есть те самые чугунные колонны, про которые написано в официальном источнике. Хотя с виду не скажешь, что они из металла. Согласно православной традиции, Косма и Дамиан были бессеребренниками, врачевателями и чудотворцами. На иконах их изображали держащими в руках коробочки для хранения лекарственных средств. Следовали они всегда правилу «даром получили, даром давайте». Всего было три пары святых, и жили они, естественно, не на территории Руси. В русской культуре их называли Кузьма и Демьян, без особого различия трех пар святых. В народе Кузьму и Демьяна считали рукомесленниками, называя кузнецами-бессеребренниками, а также святыми или божьими кузнецами. Кузнечные мастера почитали их своими покровителями и отмечали осенний день их памяти. Образы святых кузнецов встречаются в легендах и сказках славян. Через причастность святых братьев к кузнечеству и, соответственно, к стихии огня, образы Кузьмы и Демьяна в народном сознании могли быть соотносимы с языческим культом бога-громовника Перуна, и в частности с его функцией противоборства с древними чудовищами из мифов и сказаний, изначально олицетворявшей собой дикую природную мощь Земли, подземное царство и так далее.
На колокольню, к сожалению, не зайти. От лестницы не осталось и следа. Наверху живут теперь голуби. Все, идем на выход, пока на нас не упала оставшаяся кровля.